Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть в Muscle Legends. И, ребята, знаете что? Я сейчас нахожусь на обычном сервере, да, вот видите, смотрите, здесь столько много людей. Но, заходя на свою випку, я не вижу вот этой локации. То есть, ребята, у меня вместо этой локации локация хакерская Дженны. И я не могу ничего сделать, не могу вот в эту локацию попасть. То есть, у меня она недоступна на моей випке, я не знаю почему. Сегодня я хочу попробовать найти Дженну и сказать ей, чтобы она куда-нибудь передвинула вот сюда, например, свою локацию, да, и вот эту локацию мне сделала, потому что, видимо, она, не знаю, не выходит с сервера постоянно, да, у меня сервер не обновляется, он старый, и у меня просто-напросто не появляется вот эта локация, я не знаю, как ее сейчас сделать так, чтобы она появилась, конечно, ребят. Надеюсь, мы сегодня с вами, вот смотрите, я хочу сюда просто зайти, да, и, ну, как бы это, прокачиваться, например, на свои випки, да, взять какие-нибудь скинчики, к примеру, да и вообще не знаю, я хочу эту локацию у себя иметь на випке, но у меня ее нет, и поэтому я сегодня, точнее, перемещусь на випку, да, давненько я, кстати, к Дженне не заглядывал, не знаю, там она сейчас будет или нет, я скажу ей, чтобы она вышла с моего сервера и подвинула вот эту вот свою локацию, которая ее, ну, хотя бы вот сюда куда-нибудь, в уголок! Я упал, ребят. Ну и, ребят, смотрите, тут на сервере вроде бы никого нет, да, мы по традиции с вами сразу же, конечно же, смотрим каких-нибудь дерзких ребят, тут их нет, я не вижу их, поэтому мы с вами сейчас переходим, давайте сразу на локацию випку мою, да, и сейчас посмотрим, что там делает Джен, и там ли она вообще, может быть, у меня, кстати, на випке уже появилась эта локация, я не знаю, давайте сейчас посмотрим. Опа, вот я и зашел, ребят, на свою випку. Сейчас я вам вот покажу, смотрите внимательно. У меня вместо локации новой, там стоит локация Дженны. Вон, видите, да, уж сразу отсюда видно, то, что она темная, какая-то не такая. Тут, вот, видите, да, ну и дофига ребертов надо, хакерская локация. Я не знаю, меня туда не пускает уже давным-давно, я типа вообще не могу туда пройти. Локация находится где-то в воздухе там, вот это вроде бы она, да? Я не знаю, я до туда никак не смогу добраться. Надеюсь, Дженна меня сейчас заметит, ребят. Сервер не выключался, я не знаю уже сколько, и возможно из-за этого он как бы это... Ой, нет, нифига себе, это кто такой? Кто-то заходил на сервер, это может быть друг Дженны? Ничего себе, они что тут пвпшились? Они в это походу играли, реально, ребят? Ничего себе, так, ладно. Дженна, выходи, где ты? Дженна, я пришел сюда, к тебе на сервер. Блин, может быть как-нибудь все-таки она меня пропустит. Дженна! Блин, надо бы, знаете, как попробовать сейчас. Ладно, я сейчас встану вот сюда, может быть она меня здесь заметит. Типа, как-нибудь, я не знаю, может быть... Все-таки меня пропустит туда. Ну, у меня столько ребертов нет. Окей, окей. Тут дофига ребертов надо. Дженна, ну где ты, блин? Выходи, Дженна, Дженна. Давай, выходи отсюда. Сколько можно тебя звать уже? Дженна, ну выходи давай. Дженна, ну выходи давай, а. О, Дженна. Ты как там оказалась? А, Фредди, ну привет, привет, привет. Что это ты решил сюда зайти? Я смотрю, тебе нравится больше публичные сервера с другими людьми играть, чем со мной, да? Дженна, там вышла новая обнова, а я не могу пройти на своей випке в локацию в новую. Ну ты понимаешь, потому что твоя локация стоит на новой. Я не знаю, как ты так, конечно, предугадала. Ребят, кто-то, кстати, в комментариях заметил то, что... Дженна здесь поставила локацию, и через буквально неделю или две сделали обновление в игре, и в этом же месте поставили локацию с качками. И так я, конечно, посмотрела все, что хотят сделать разработчики. Видно так-то все заранее, они выложили, но просто не публиковали, поэтому я вижу, что хотят делать разработчики заранее. Ничего себе, Дженна! Слушай, я хотел, ну, сюда пришел вообще, чтобы попросить тебя, чтобы ты вот эту свою локацию передвинула куда-нибудь, я не знаю, вон туда, например, за беговые дорожки, а вот новая локация, которая, чтобы появилась вот здесь, потому что, ну, я хочу, например, иногда поиграть на своей випке, но я не могу это сделать, потому что нет вот этой локации, она мне нужна, то есть, можешь вот так сделать, чтобы...
Я не знаю, как-нибудь отодвинуть аккуратненько. Я не говорю, чтобы ты полностью убирал свою локацию, а куда-нибудь вот туда подальше отодвинула, либо, я не знаю, куда-нибудь вообще, ну, можно налево. Чё, на какое лево? Не буду я ничего двигать, значит, все, да, дружба кончилась. Все, значит, тебе надоело, да, со мной дружить? Все, значит, я поняла. Все, я сейчас тогда забираю все и ухожу с твоего сервера. Подожди, стой, Дженна, не обижайся, я тебе сказал же, я тебе не полностью говорю, убирай локацию. Просто чуть-чуть отодвинь ее. Просто, значит, чуть-чуть отодвинуть? Ой, ты здесь что ли уже? Ничего себе, у тебя прическа новая? Да, ничего себе, ты заметил, да? Реально, у тебя же другая прическа была. Ну, я понимаю, то, что ты хакер, ты можешь хоть что себе сделать, хоть и всякие лимитки делать себе, наверное, накручивать и так далее. Наверное, в следующий раз я приду, у тебя там еще что-нибудь новенькое будет. Так, Фредди, ну-ка давай не отходи от темы. Ты что, хочешь, чтобы я ушла с твоей випки? Я не говорю, чтобы ты уходила с моей випки. Я прошу только вот эту локацию, вот смотри, немножечко вот сюда отодвинуть, потому что есть новая локация. Этот сервер, моя випка, она вообще уж давным-давно не обновлялась. Я хочу поиграть в новые обновления, понимаешь? Значит, тебе мои обновления не устраивают, да? Какие твои обновления? Ну, мне понравилась твоя вот эта локация хакерская, но это же не официальное обновление. Я хочу поиграть в официальное обновление, где есть новые пэты, где все новое, понимаешь? Ясно все с тобой. Ты не ценишь мою дружбу. Так, Фредди, я хочу, чтобы ты понял, что наша дружба очень ценная. И я хочу, чтобы ты это понял. Что, чтобы я понял? Что наша дружба очень ценна? Я это прекрасно понимаю, поэтому я и не прошу тебя уходить на мой, с моего сервера навсегда. Я прошу всего лишь вот сюда немножко локацию отодвинуть. Ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты осталась, но немножко подвинула локацию. Ясно все. Это всего лишь предлог. Ты хочешь, чтобы наша дружба закончилась? Ничего я не хочу, чтобы наша дружба заканчивалась. Ты что, хватит тебе? А? У тебя как будто это заело в голове, одна и та же песня играет. Ты что, никакой, я не хочу, чтобы наша дружба кончалась. Подвинь просто локацию и все. И обнови сервер, чтобы у нас вот здесь вот появилась новая локация с крутыми качками. Все, что я от тебя прошу, понимаешь? Фредди! Черт! Че темно-то все? Фредди, у тебя теперь нет камеры. Я забрала у тебя камеру. Какую камеру ты забрала? Подожди! Я ничего не вижу перед собой, ты чё делаешь? Фредди, подумай над своим поведением и выставь приоритеты. Что ты хочешь, дружбу? Либо какую-то там локацию? Чего? Ты чё творишь-то? Где я вообще? Ох, где я? Где это я? Что? А, это я в её локации, что ли? А зачем она меня сюда перекинула, я не понял. Она реально меня сюда перекинула. И чё мне делать? Я в ее локации, вон там мы только что стояли, она там, походу, стоит. Капец, ребята. И чё, зачем она меня сюда закинула-то? Она там, наверное, осталась, да? Я просто отсюда не вижу, ребят. Ну да, ее там не видно. О, это она, что ли, там? Реально, смотрите, реально это она, смотрите. Здоровенная какая. Капец, и чё она там стоит, смотри, она на меня смотрит. А, ну типа она... Просто стоит, ребят. Она больше ничего не делает. Интересно. Ну и что она меня сюда вот закинула? Типа я должен сейчас стоять и думать, что ли? Что вообще происходит здесь? Я не понимаю, ребята. Напишите в комментариях, как вы думаете. Что мне здесь делать-то? Смотри, она просто стоит и все, ребят. Капец, реально, смотрите. О, чуть не упал. Она просто стоит, смотрите, и ничего не... это она ходит, да? Да, ребят, смотрите. Она пошла. Просто зависла. Просто стоит, смотрите, ребят. Ну, понятно, все. О! Вы видели? Она резко на беговую дорожку. Ну, это, конечно, что удивляться-то? Это же Дженна. Блин, ребят, я, короче, не знаю, что она хочет, как от нее избавиться. Я хотел просто поиграть на своей випке в новое обновление. Она мне не дает этого сделать и не хочет вообще этого понимать. Ого! Смотри, какая гигантская стоит! Жесть, ребят, вы видите, да? Она, кстати, была меньше. Она была меньше, стала больше. Смотри, просто стоит, смотрит, да, типа такая прям, о, я вся такая невинная, все такое, да, типа, думай там, извиняться или не извиняться. Ой, смотрите, еще
Да, еще отвернулась от меня. Вы видите, да, это, ребят? Вы видите, она взяла еще отвернулась от меня. Ясно все. Так, ну давайте, ладно, окей. Что она хочет от меня? Она сказала, ребят, то, что типа обдумай все там и так далее. Я не буду ничего такого. Ой, что это за коробка? Смотри, реально какая-то коробка. Она что-то ставила, что ли? Так, ну с этими я не буду драться с хакерами. Они же мне ничего не делают. Да, ребят, они для меня безобидные. А если бы кто-нибудь другой зашел, мне кажется, они бы сразу же уничтожили. Кстати, смотрите, она тут немножечко это... Остров переделала, да? Смотрите, тут же эти еще были. А как они называются-то? Типа пляжик такой, можно было упасть. А сейчас, смотрите, чисто камешки такие расставила, да? Видите, да? Тут пляжик был у нас, и мы могли просто так бежать и упасть. А тут сейчас она камни расставила, нифига себе. Так, а это что такое? Подожди-ка, что это такое? Чего? Бен? О, не понял. Фредди, привет. Ты говорящий? Да, я же Бен говорящий, ты чего? Не понял. Я видел, конечно, то, что есть такая игра. А ты что здесь забыл? Дженна хакер взяла и перекинула меня с моей игры сюда в Roblox. И поэтому я здесь вот так вот выгляжу. Подожди-ка, реально, ты же как на картине должен выглядеть. А ты выглядишь как-то вообще ужас, как не очень. У тебя текстуры вообще ужасные какие-то. Хоть ты должен выглядеть очень четко. Слушай, а комната вот это все, откуда здесь вообще появилась-то? Дженна, она поняла, что популярность ее уходит. И все начали снимать со мной видео, игры. И поэтому она решила изучить меня и переместила сюда в Roblox. И заставила меня здесь сидеть. Я ничего не могу здесь сделать. Я могу только сидеть. Даже на телефон не могу отвечать и поговорить нормально не с кем. Капец. Ребята, вы понимаете? А зачем меня сюда Дженна-то послала? Так, ее нигде нету? Нет, ее нигде нет. Ребят, зачем она меня сюда послала, если здесь прям жесткая улика? Типа, я не буду с Дженной больше после такого общаться. Как мне тебе помочь, Бен? Я не знаю, как тебе помочь. Если ты хакер, то тогда ты можешь мне помочь. Просто, пожалуйста, снова закинь меня в мою же игру. Ну, блин, я не хакер, я не умею так. Жесть, так, может быть, мне Дженну позвать сюда? Нет, Дженна, нельзя Дженну сюда звать. Пожалуйста, не зови ее. Она опять будет ставить надо мной эксперименты. Эксперименты? Капец, ребята. Подожди, надо посмотреть, Дженна там или нет. Мне даже как-то страшно теперь стало, ребят, с Дженной связываться. И как-то вон она, смотрите, она до сих пор там стоит. Жесть. Ребят. Мне что-то как-то сейчас даже против Дженны что-то говорить страшно. Она меня также сейчас запрет. Так, слушай, Бен, а как ты вообще давно здесь оказался или нет? Несколько дней меня здесь Дженна уже держит. Она все никак не может понять мой залог успеха, почему все хотят со мной играть. Блин, я, кстати, видел то, что с тобой все играют, но никак не это, не решился. А вот и зря, хорошо бы поболтали с тобой. Ну, может быть, если ребята захотят, я попробую потом поиграть с тобой, если, конечно, мы тебя отсюда вытащим. Так, окей, какие еще у нас есть варианты, Бен, давай думать. Фредди, я не знаю. Я реально не знаю, я никогда не сталкивался с хакерами, и поэтому не знаю, как они действуют, как они все хакают. Я тоже не знаю, может быть, мне читера позвать? У меня друг есть читер, но он просто читер, он не хакер. То есть у него есть читы, но хакать ничего он не умеет, поэтому мне кажется, это бессмысленно. Нет, надо написать в поддержку. У тебя, Фредди, есть такая возможность. Напиши в поддержку. Может быть, они заблокируют Дженну, и тогда я смогу вернуться в свою игру. Блин, стучать как-то, я не знаю. Настучать на Дженну? Блин, ребят, давайте посмотрим, она там или нет. Блин, ну вроде бы это, Дженна-то нормальная была, да? Да, она там же стоит, ребят, смотрите. А может быть, это просто клон ее? И она следит за нами сейчас? Жесть, ну...
Я не знаю, что на уме у Дженны, но, ребят, вот так вот дело не пойдет, надо как-то помочь Бену. Бен, я постараюсь сейчас как-нибудь поговорить с Дженной, но я, конечно, ничего тебе пока не обещаю. Мне хочется помочь тебе, но я не знаю, смогу ли я справиться или нет. Ну, как-нибудь уговорить ее, чтобы она отпустила тебя. Фредди, спасибо, хотя бы за попытку, потому что мне уже хочется вернуться и поиграть со своими любимыми игроками, которые хотят поболтать со мной. Да, с тобой, кстати, интересно разговаривать, не зря ты говорящий Бен. Да, давай, Фредди, я верю в тебя, что ты сможешь как-нибудь это все уладить, разобраться. Ну почему это все у меня всегда на сервере происходит? Ребята, так, мне надо с Дженной поболтать, срочно надо поговорить с Дженной. Ай, Дженна! Она меня услышит отсюда или нет? Дженна, иди сюда! Дженна, иди сюда, хватит от меня отворачиваться. Я нашел, что у тебя здесь находится Бен. Это неправильно. Зачем ты забрала его со своей игры? Он жил там хорошо, нормально, а сейчас он вообще просто здесь страдает. Дженна, что за игнор, я не понял. Повернись, Дженна. Дженна, если ты не будешь себя нормально вести, я напишу разработчикам, и они тебя заблокируют вообще навсегда, понимаешь? Ну и чё ты молчи? И где она? О, Дженна! Ты чё? Ты там это, Бен, аккуратно! Зачем ты Бена-то сюда затащила в эту игру? В Роблокс вообще? Он же не должен здесь находиться, у него своя игра! Фредди! Ты хочешь присоединиться к Бену? Нет, не хочу я присоединяться к Бену. Зачем ты его сюда притащила? Фредди, вот и разбирайся сам с этим. Посмотрим, как ты сможешь ему помочь. Если ты от меня отвернулся, значит, любым, кому нужна помощь, ты помогаешь, а со мной даже дело иметь не хочешь, хоть я и твой друг, ясно все с тобой. Поэтому ты и хочешь на VIP-сервер себе новую локацию, а я как будто тебе даже и не друг. Все, Фредди, я очень сильно разозлилась. Дженна, пожалуйста, не надо меня трогать, пожалуйста. Дженна? Дженна? Где она? Куда она пропала? Ребят. Дженна, ты где? Жесть какая-то происходит, ребята. Я даже не ожидал увидеть Бена здесь говорящего. Это просто какая-то жесть. Почему это все происходит у меня на сервере? А где, кстати, гантели? Смотрите, гантели нет. А, интересно, куда гантельки пропали? Блин, я не знаю, что делать, ребят, в итоге сейчас. Сейчас пойду попробую поболтать снова с Беном. Может быть, Бен что подскажет. Бен, у тебя есть какие-нибудь вообще идеи? Блин, я как будто, знаешь, разговариваю с какой-то кучкой текстур, да, непонятной. Смотрите, ребят, у него глаза такие странные. Ну, мне тоже вообще-то не нравится находиться в этом обличье. В моей игре я достаточно солидный и красивый пиксель, чем здесь. Ну да, я согласен, ребята, смотрите, в игре он выглядит достаточно красивым, да? Ну типа, проработанным, прорисованным, а здесь как будто, что это такое вообще? Ужас-то какой! Кто тебя, интересно, здесь сделал? Не Дженна? Я не знаю, я просто сюда переместился, она меня переместила, и я был в таком обличье. Видимо, Roblox не поддерживает такую графику, как в моей игре. Я там очень красивый, а здесь я просто не могу на себя даже смотреть. А ты видел, да, сам себя, получается? Да, я как только появился, я посмотрел отражение в воде и обалдел. Ну, когда мог двигаться, сейчас я не могу ни пошевельнуться, ничего, потому что Дженна заблокировала возможность двигаться. Хотя бы можно поболтать с тобой. Ну, поболтать это да, можно. Я не знаю, я сейчас поговорил с Дженной, ну, то есть я вот недавно с ней разговаривал, она... В общем, винит меня в том, что я плохой друг якобы, и не знаю, что она хочет сейчас этим показать, доказать. Может быть, мне ей сказать все как есть, а просто сказать ей, чтобы она наконец отпустила тебя. И, ребят, может быть, все, пора попрощаться с Дженной. И, может быть, реально, зачем я вот, знаете, я пытался, чтобы она как бы, ну, изменилась, может быть, да. Она не меняет, смотрите, она взяла просто Бена, вытащила из другой игры, засунула сюда и держит его здесь. И хочет понять, как он стал популярным. Она популярность начала терять, и все, ребята.
И что-то у нее, конечно, не так с головой, походу, да? Да, у нее точно что-то не так с головой. Надеюсь, она это очнется наконец-таки и снимет свои розовые очки, что нельзя все время быть популярной. Ну да, ребят, знаете что, я, наверное, все-таки, если Дженна сама не уйдет, я напишу в поддержку, чтобы ее наконец заблокировали, потому что я даже на своей випке не могу, ребят, поиграть, потому что она здесь тусуется постоянно, да. Я ее попросил, я хотел просто поиграть на своей випке с новым обновлением, да. Но я не могу этого сделать, какой раз уже вам говорю, ребят. У нее локация не позволяет, и надо сервер обновить. Но она этого не делает, потому что... Ну, она хакер, что еще сделать, ребят? Может быть, если бы у меня были читы, ну, не читы, а я мог так все хакать, да, может быть, я такой же был бы. Ребят, напишите в комментариях, как бы вы поступили? Вы бы были хорошим хакером, если бы умели хакать? Либо же такой, как Дженна? Мне кажется, ребят, все те, кто меня сейчас смотрят, вы бы были хорошими хакерами. А вот с Дженной, ребят, я даже не знаю, что делать. Мне кажется, надо сносить просто-напросто мой сервер, мою випку. Я пытался, ребят, ее перезагружать, свою випку, но это бесполезно. Она как будто не подчиняется ничему вообще. Главное, робаксы списывают, да, за випку мне, а не перезагрузить ничего я больше не могу сделать, ребят. Поэтому я, наверное, все, что мне остается, это написать разработчикам и решить вопрос с ними. Он хочет написать разработчикам, я все слышу. Как так? Я хотел, чтобы Фредди со мной дружил, а в итоге получилось так, что я стала плохим человеком. Да уж. Почему, когда хочешь дружбы, ее не получаешь, и получается все намного хуже? Придется мне просто уйти. Я хочу просто уйти, чтобы никто больше обо мне никогда не вспомнил. Я понимаю все свои ошибки. Я отпускаю Бена. Я отпускаю Смайл Фредди. Пусть развиваются и будут счастливы без меня. Я плохой человек. И я достойна наказания. Я просто исчезаю из ваших жизней. Прощайте. Спасибо, что кто-то верил в меня, что я могу быть добрый. Но это не так, видимо. Я еще раз со всеми вами прощаюсь. Всем пока. Ай, ладно, пойду сейчас Бену скажу то, что я буду сейчас администратором писать. Бен, в общем, я сейчас буду писать админам. И, ну, админам, разработчикам, чтобы они забанили Дженну и следили за моей учетной записью. Мало ли, вдруг меня Дженна вообще захочет взломать или что-нибудь типа того. Бен? Алло, Бен? Бен? Не понял. Куда я падаю? Черт! Блин! Капец. Ой, как я вообще так упал-то, я не понял. Так. Подожди, в смысле? Эй, а где Дженна? А где остров Дженны? Ребят? А где остров Дженны? Дженна, ты где? Кэнг? Подожди-ка. Не понял. А где Бен? Где Дженна? Ребят, я на своей випке? И у меня новая локация? Подождите, что происходит? Я не понял. Только что же... Подожди, я реально могу теперь сюда зайти? Да, ребят, смотрите. Я зашел сюда, такс. Подождите-ка. А где локация Дженны тогда? Ну-ка, давай-ка обратно. Я не понял. Здесь была локация Дженны. Теперь ее здесь нет. Дженна ушла? Фу, ну и ладно, хорошо, что ушла. Теперь я... Хоть бояться не буду и нормально смогу прокачиваться. Ой, ну да, реально. Потому что, ребята, когда на вашем сервере постоянно хакер, не хочется даже заходить на этот сервер, потому что, ну, это какая-то жесть. Типа, она что захочет, то и сделает. Может забанить, может в плен взять, вот как Бена, да, может еще что-нибудь сделать.
Хорошо, что все-таки она решила уйти. Возможно, она услышала то, что я говорил, то, что я напишу администраторам и напишу разработчикам, да, то, чтобы ее забанили. Видимо, она испугалась и ушла, ребята. Напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, куда она пропала? Мне кажется, все-таки она испугалась, ребята, то, что ее могут заблокировать, и поэтому она ушла. Надеюсь, она Бена тоже отпустила, потому что, Бен тоже ни в чем не виноват, да, он просто стал популярным резко, и Дженна захотела узнать секрет его популярности. Надеюсь, она хоть что-нибудь для себя подчеркнула. В общем, ребята, я думаю, то, что мы с вами все-таки справились и смогли помочь Бену, да, он вернулся в свою игру. А Дженна, надеюсь, когда-нибудь мы ее еще увидим. Может быть, она, конечно, ушла ненадолго, а может быть, не совсем. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, Дженна еще вернется или нет? И хотите ли вы, чтобы она вернулась? Обязательно пишите об этом в комментариях. Всем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.